Всем здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала, Капитошка. Мы сейчас будем пример в нашем магазине. Поздоровайся. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Типа сама чуть-чуть. Всем здравствуйте. Пример в нашем фильме. Пример в нашем фильме. Это покупка фильма. Да, статы. Да. Извините на ветер чуть-чуть. На сильный ветер. И сильно так сказать, да. Так что примерно начинается. Не переключайтесь, будет больше интересного. Не переключайся, ставьте лайки, пишите комменты. Не забывайте ставить лайки. Вот, уважаемые подписчики, вот на нашем канале. Мы идем до никому. За диском Дэва. А вот мы идем. Вот. Под новой улицей чуть-чуть. Новая улица, как называется? Шевченко, новая улица. Вот улица. Мы с мамой идем. В экономном маркет магазин. Покупочкам. Что ты скажи? Прижимайте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь. Вот. Делитесь впечатлениями. Да. Делитесь впечатлениями, делитесь с видео с друзьями. Да, пишите в комментарии. Это же примера, да? Да. Примера. Уважаемых это вам, уважаемые люди. Пожалуйста. И ерундой не занимайтесь и пишите злобные комментарии, у нас будут самая куча мотивации. Вот. Мотивации. Вот. У вас будет неприятности, будет банить вас. Нам зачем это нужно? Привет. С ним. На примеру заходите. Сегодня будет воскресенье примера. Вот. Дополнение хочу сказать. Пожалуйста, уважаемый хейтеры, уважаемая ты, Камкат. Уважаемые друзья, пожалуйста, заходим на канал, например. Хейтить лучше не надо, потому что да. Не придется. Судьи будут работать два модератора. Лифты ими, твой Сиди и я. Два модератора будут. Да. Метро России и я. И там мой сынишка. Да. Так что смотрите внимательно. Не пишите, пожалуйста, гадости. Будут блокироваться на совсем. На. У нас модераторы стоги, и я стоги. Так что продолжаем идти в магазин. Да. Продолжаем. Я буду и кодом ставить вот это все. Хорошо, нормально. Да. 16 метров в секунду. Я могу очистить ветер, если что. Вот. Всем всего хорошего. Встретимся на продолжении. На продолжении. Да. Все, давайте. Еще раз, уважаемые друзья, вот машина такая есть. Еще раз мы идем в магазин продолжения. Подожжение. Чтобы я не запутался, буду тайм-коды ставить, да? Чтобы я не запутался, помните, вообще, это второй тайм-код. Тайм-код 2. Вот. Вот. Ну. Вот, машина с овощами едет. Вот, снимаю. Раздаст меня. Вот. Вот. Машина с овощами, с фудками. Как? Машина на свете. Ну, наверное, на соцсети. Продукты. Как сказать? Погода ветрена. Ну да, ветрена. Чуть-чуть. Движение. На МКАДе. На Шевченко, да? Листья чуть-чуть обсыпаются, да? И как? Животеют. По Шевченко. Самая ваша любимая. Вот. На, засними меня.
чуть-чуть. Да, друзья мои хорошие, первым днем зимы у вас. Ну да, желаю. Желаю счастья, да. Успехов, много снега, никакой беды. И вкусного хлеба. И вкусного хлеба вам. Больно, вкусненького. Главное дело. Ну да. Давай влезай с ними. Вот. Мы чуть-чуть бойся в калитку. Здравствуйте. Вот женщина оставается. Попалась. Попалась на пимел нашего фильма. Вот. Как это назвалось? Я чуть-чуть забыл. Кого? Молодец. Как-то молодец впереди стоит. Все, отключаться? Чатый, парни. Отключаться? Стояк, ага. Что у вас? Зачем автобус пошел? Автобус полетел. Ну да, школьный автобус пошел. Вот. А это какая вчера? Вот. Я тоже чуть-чуть прибавил. Вот. Нормально. Попасть на YouTube. Вот. Чуть-чуть вот свисает зуб. Вот. Короче. Вот. Чуть-чуть, чтобы так вето не было, вот так буду снимать. Придется чуть-чуть в наушниках. Чуть-чуть. Вот. Вот ветер поводил чуть-чуть, и вот так знаки упали, да? Это ветер. Мы Богила, Москва, да? Богила. Вот. Вот там школа. Может, до школы пойтись? Не, ну нафиг до школы. Вот. Не, не хочу до школы. Вот. Одна минута выходит, и еще надо. Бывает микрофон, ну пофигу. Да не слетит. Так, короче, мы до Лабаша, походу. И до куда? Да, короче, до Лабаша. Вот. Снимать. Ты, ну давай. Чуть-чуть посмотрим в Лабаше. Это реклама бесплатная. Да. Вот это Лабаш продуктовый. Оптоозначный магазин. Вот. Это кофемания и как. И столаны, и как. Что? Не знаю. Уважаемые друзья, магазины. Ну да. Так что? Так что? Нет, ходят, все нормально, погода скверная. Ну да. Холодный. Ну да. Так, тепло, ветра, но. Ну. Что тебе поделать? Погода может перетереть. Да. И буду за чаем монтировать, да? Будем чай пить. И монтировать. Вот. Вот. Люди идут домой. Кто в школу, кто домой. Походу домой уже. Уже все домой идут. Уже все домой идут. Вот. Вот такая дорога. Да. Вызвал Боже. Все, подожди. Прискочу. Вот. Вот. Да есть поезд. Мелкомобильный проезд. Мелкомобильный. Как у меня вот. Показать?
Вот, скажи, вот машинка. Я такой машинке проедет, да? Вот. Меня засним его за башуки. Так, и я сказал пахать нам что-то, чтобы не пакости взять. Не в студии, когда, да, в студии, которые... Да. Я или в тиме двости хочу... Вот. Подожди. Кому мне... Давай. Снимай, снимай, снимаю. Ну, снимаю. Вот. Работаем, батя, работаем, батя. Снимаем, батя, снимаем, батя. Так. Где? Да. Да. Попашаничи что-то. Наши, наше любимое село. Ты спитая чуть-чуть. Пойду. Блоги вам есть место что-то поснимать? И нету, как обычно. Пиши магазин Алабаш, да? Пошли. Вот. Мы с мамой пиши. Вот. Сейчас. Ты бей казину, чтобы я кашу не поил. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы здесь ведем рекламу. Так, идем. Так, надо? Бумага. Где-ка там ком меня. Чуть-чуть рекламу поведем у вас. Вот это что? Ну давай. Палочки какие-то. Такие ком. Вот. Вот ком Алиски нашей. И Оску нам. Нашему любимому. А это что? Надо? Уже не есть. Так, сейчас. Что? Можно? Костя, бери. Я потом сделаю, когда пойду, возьму. Вот. Вот. Консультанша. Консультанша. Простите, пожалуйста. Да, это не надо делать, правильно? Не, я так что я не тону, просто я не тону. Она сильнее, чем та. Кипипау есть у нас в Абашу. Такие. Опять мы с мамой здесь. Вот. Такая она есть. Вот. Вот морковка. Вот. Вот. Картофель. Вот. Пипав. Давайте. Там какая-то рыба сушеная, что она без этого бумажки? Палочка мне так сказала. Покажи, что она без рыбы? Как это люди взяли. Да, она не очень. Надо там тоже выучить вот один. Я пока без шапки похожу. Да, шапку. Я сюда шапку поставлю. Похожу. Молочная колбаска. И там можно взять. Ну. Вот такая.
сверху. Еще чуть-чуть добавилось. Чуть-чуть добавилось. Прям добавилось. Добавка к лабашу. Там видели на первых съемках, какой наш лабаш. А вот изменилось. Это было лабаш. А вот дополнительные стеллажи поставили. Умницы. Вот. Чуть-чуть. Вот такие. Буска, походу, искала. Вот. Лук такой есть. Набзор лук. Вот такой. И вот такой лук есть. Вот такие яблочки есть. Такие. ХЗ. Что, как называется. Вот. Я не смогу это снимать. Вот. Омадаин. Вот. Есть. Мы опять мамы здесь снимаем. Смотрим. Вот чуть-чуть. Чуть-чуть здесь что-то есть. Выпечка такая. Вот. Еще снимаю. Чтобы к часу наснимать. А это что? А, это матная. Такая. Чуть-чуть. Давай я нажму клавишу это. Азелит. Вот. Смотри. Азелит какой-то. Смотрите, осторожно, не прыскай. Да, я не прыскаю. Не балуйся. Смотрю, опасно. Вот, позит. И вот... Все, пошли. Яженка. Мама не дышает. Чуть-чуть здесь поснимаю, все. Блин, я здесь буду снимать. Мам, я запрещенку не буду спить. Котиков тоже не буду снимать. Вот такие можешь конфетки взять, и не надо. А ну я твои, я твои, когда бралась там. Вот. Я не хочу. Вот такие. Может какие-то. Вот такие можно. Давай вот такие. Не надо, я не могу. Я хочу, я вот это хочу. Потом. Вот такую можем взять. У нас не сидеть. А это по зубам? Смотри. Вот. Смотри, по зубам. Возьми. У нас такие. А это по зубам? Пойдет. А это по зубам? Пойдет. А вот это у тебя, то у меня. Вот, пойдет. Хватит. Вложим. Так, а вот это по зубам? А то остается оно по конфетке. Лина, крепить надо. На монтаже это выложу. На монтаже. Да, вот YouTube канал могут закрыть за это. Да? Не знаю. Я вот такое право накладу. Ну да, можно накласть. Давай накласть автоскипован. На Тацясу можно. Такая шоколадочка есть, Аленка. Вот. Набзол. Набзол. Шоколадка Аленка. Что такое? Прикупи. Возьми, прикупи. Да, прикуплю. Какую-то эту можно и вот такую. Нет. Да вот такую. Ну, такую. А сколько? Одну? Одну хватит. Да, две. Две возьму. Все, я две взял. Таких. Вот. Набзол. Набзол. Кофе. Набзол. Давай, бери. Кофе. Сколько? Обозреваюсь, прикупляю. Вот. Набзол. Сколько? Четыре, раз, два, три, вот так.
Надзом. Так и бери. Так, так, учись, так. И это самое. Давайте что-то еще надзом возможно. Учись заниматься и здесь ёбка. Вот. Надзом. Надзом. Нет, этот обзор не будет. Да. Так, что на обзор еще? А, на обзор что-то. Ой. А ну, ребятам, покажи это вот. А мы две штуки возьмем. На. Это на обзорчик. Ну да. Будем пить чаем. Ты не малой, вот пить чаем. Да вот такие еще две возьмем. Такие две возьмем. Окей. А я вот батончиков хочу. Штучки 4. На обзор. Такие на обзор батончики. Такие батончики. Вот такие батончики на обзор. Это вам. Да. Слюнки мне, что вы подавились вы. Ага. Особенно это не до капитошка. Ну да. Вот. На обзорчику такая. Смотри, такое печенье. Ну не надо. Я просто спасил. Пошли. Обзорчик. Вот. Все. Обзорчик. Все. Рекламу здесь создаю. Так, что это? Идем в другую очередь. Ребята. Ребята, мы продолжаем снимать фильм. Мы идем в другую очередь. В эконом маркет. Ага. Наш любимый. Всех у нас не то идем. Ай. Ногу чуть-чуть. Скользнуть чуть-чуть. Вот. Идем. Ну вот танцуем. Вот. Будем эту премьеру делать, да? Мам, да? Эту премьеру будем делать, да? Да? Премьеру. Вот премьера настоящего фильма выйдет. Воскресенье. Во сколько? 19. 19, вы слышали? Да. Здрасте. Вот. Так, я устал. Нормально. Я собрался тут чищу. Начинаем поиск людей. Что-то добавишь к этому? К этому добавишь что-то? Я к этому ничего не добавлю. Всем, кто первый. Здоровья всем! Любви и счастья! Оля, у нас на заправке Вова. Как? У нас на заправке Вова. Не пишут про деньги, ничего цены. Ого, это заправка голая, а почему? Костя, ну. А, голая, заправка голая, голая заправка. Идем. Не, наверное, нет. Смотри. Смотри, чуть-чуть еще будем подходить. Все, давай. Вот. Наш любимый магазин. Вот мы в эконом маркете. Давай, держи. Я ступаю. Я твои тоже слова вычекну, да? Обдержу. Поменяю на дух.
Извините, на маму не французский язык. Так, смотри, там Таша стоит. Он обзорчик. На обзорчик такое. Все, давай. Всем здравствуйте. Еще всем здравствуйте. Вот мы идем домой. Сейчас я в магаз зайду. А там, короче, человеку дол. Там 10 копеек, да? Все, я пошел. Все. Все, все. Вот. Здесь Искандерова машина. Вот. Ну, подожди, я еще кое-что возьму. Если тебе по-быстрому, возьми что-то. Можешь, пожалуйста, долг отдать? Костя! Что? 10 рублей. А, 10 рублей? Да. Все, работаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам зачем, я вам отдал. Настоящий тур. Все, до свидания. Ну, вот. Все. Я хз, шеф попал в кадр, я хз, и зелка точно походу. Надо пересматривать. Так. Валень. Что? Да. Я туда буду снимать, вот. Есть. Ну да, вот, вкусненькая на баре. Да? Вот, воды. Только я ворханулся, без газа купил. Ничего страшного. Попьем. Будем, наверное, опять выживать, попьем, да? Все схомячим, да? Что-то с подписчиком хочешь сказать? Всем удачи. Здоровья вам. Крепко, удачи. Да. Еще подожается. Еще раз по... Еще раз паковочку чуть-чуть снимем, да? На свой штатив. Вот. Вот. Это получается на сколько минут фильм? Ну да, и сейчас я сейчас буду до 5 минут здесь снимать. До 5. Окей? Чтобы час был. А спаковочка на 6 минут. На 7 минут. На 10 минут. Ну да, 15 минут хотя бы. И я все за тату закрою. Вот собачечка. Вот. Документальный фильм посмотрите. Вот. Сколько время. Опа! Вот так крыса идет в фильм, походу, 16:00. А, 19:00. Я думаю 16, это крыса. Крыса. Вот, идем. Шагаем по лесу. Шагаем напрямую. Монтажёрка, наверное, занимает. Я завтра начну монтировать. И всё, не надо. Да, я буду сейчас сидеть в точке в ТС Витуба. Буду сидеть в ТС Витуба. Смотреть. Завтра, наверное, все, я пока поставлю музыку. Завтра будем снимать. Вот. Вот. То есть 4 минуты. 6 минут снимаю чуть-чуть, окей. Такой домик. Хороший. Вот, идем с мамой домой. Отлично, домой мы с мамой. Такой. О, собака, что там? Детская. И как? Вот. Там целую чешку на бае. Вкуснях. Вкуснях, да. Ну да. Ну да. Хороший там магазин. Вот.
Да? Да. А что под навес? Ничего? Нет. Тем более, это, по-моему, пистолет. О, машина идет. Машина идет, машина идет. А я снимаю, я где могу снимаю, где хочу снимаю. Я ее выужу. Здесь. Вот 5 минут, сейчас 6 минут, я 6 минут буду завершать. Буду через частями загружать, частями. Вот такие дела, да? С пирожками. Вот такие дела с пирожками. Вот. Вот. Стоят, стоят. Сегодня расшибел был. А эти ключи? А у тебя ключи? Да. Я вот здесь ключи, да? У меня в кармане. А, молодец. Думаю, опять. Всегда стараюсь, рада стараться. Молодец ты. У меня умничка. Ну да. На 6 часов, на 6 минут. Вот. Еще чуть-чуть можно пойти. Наверное, уже завещание, распаковку надо снять, да? Итог. Я вот этот ключу, как называется? Вот этот тайм-код. Конец, начало, тайм-код сделаю. Тайм-код. По тайм-кодам будет. Будет там чума походить по тайм-кодам. По ощущениям. По ощущениям, хотя там тоже тайм-код поставил. Окей? Вот. Хорошая погодка. Отказывает. Не говоря об этом. 7 минут идет. Я 8, я 10 сделаю, все 10 сделаю и все. Пойду там мимо, если что. Там поснимаю. Вот. Мы боги, мы Амускала, мы боги, мы Амускала, а мы боги, мы Амускала, своего любимого. А мы боги, мы Амускала, своего любимого. Да? Своего любимого Амускала, мам, да? Не, не возьму. Пока создам липовый аккаунт. Ебетушечки иду. Ебетушечки иду. Вот с мамой домой. Вот. Вот машина. Улица есть. Как называется эта улица? Не знаешь, я хз. Я хз тоже. Как улица это назвать? Переходим к дорогу. Мы через эту улицу идем, да? Это не наша улица. Ну да. Вот. Так? Говорим 30 машин. Тут. Вот мы идем домой. Вот. Мы с мамой идем домой. Да? Идем, идем домой. Идем, поведемся. Как хочешь снять? А когда давай дох, я буду еще сниму чуть-чуть. Не, если будешь отдавать дох, сниму его. И завтра. Сейчас надо. Ну да. Кадом с тобой, я кубой. Вот. Иду. Я не знаю, кто это такая. Ну да, такая дорожка. А кто не делает? Никто не делает эту дорогу, да?
Ямы. Да? Можешь без французского здесь? А я без французского. Так. Я тоже хочу загнуть французский. Ну я не. Ладно. Ну я сдерживаюсь. Я тоже. Помягче. Ну да, вот так можешь поехать. Сдеться. 10 минут. Все, пока. Вот еще один дубль снимаю специально для вас, подписчики и гости канала нашего Капитошки. Вот идем с магазина домой уже. Вот уже вечереет. Вот. Я сегодня монтировать, наверное, не буду, завтра могу. Сегодня просто загружу музыку и завтра сделаю. Где уместна музыка? И не надо музыку. Музыку надо. И музыку не надо. Да не надо музыку. Музыку не надо. Потом вот эти неприятности будут. Я не знаю, не кажу музыку, не знаю. На АП. АВ. Блин, АП. Ты знаешь, что это АП. АП. Не буду расшифровывать, что это АП. Вот. Идем даже. Вот. Ты раздражайся, когда я тебя снимаю. Спина болит. Мне тоже самой спина болит. Вот тачка не выдержится. Такие... Веточки такие. Все, сейчас эту обезьяну посмотрим, что она накакает. Это тоже вырезать. Я вот эту бабу тоже вывезу, которая на кассе стояла. Вот. Все. Сейчас еще 50 минут осталось. Вот. Кружимся. Мы идем домой. Я иду домой с мамой, да? Вот мы. Мне тоже. Ничего страшного. Мне тоже, блин, приходит. Как твои дела? Мне тоже, блин, приходит. Вот. Все, уже, наверное, больше 2 часов снимаем. Вот. Все, всем пока. Еще ждите распаковочку. Пиши к соседу. Вот, подача. Ой. Расстреливать меня. Вот. Вот здесь сними, блядь. Не снимай, вот. Бесплатно можно? Бесплатно только можно? Спасибо большое. Рыбки взяли. Да, можно взять. На чем взять? Где? Это новый магазин, я сам возьму. Новую хочу. Еще. Бог любит твоится. Да бери, господи! Чух на клетку кто-то положил, наверное. Малой положил. Ну, а это я здесь на клетку.
Я не знаю. В эконом не были. В эконом не было. Да нахуй там. С матом можно? А, не надо, с матом пока что. Как там ты чуешь? Да чем нету выбора? Да молодь, да. Здесь каждый средний. Видите такой? Нахуй вам вот эту... литров. А если ты первый раз перед? Первый раз там тебе баклажку надо. Все. Семочки вот. Взяли. Вот последняя распаковочка. Вот распаковка. Семки сколько? Я не помню. Хлебушек. Хлебушек такой. Вот такой хлебушек взяли. Вот. Хлебушек. Можешь сюда? Вот. Замачим. Вот такие вот. Две. Латушки. Латушка это. Ялатушки. Взяли. Чуть-чуть я сохранячие яблоки. Вот. Семечко. Буду на стыме грызть, Таяна. Вот что это, пончики? Вот семечки, да. Такие буду на стыме грызть. Вот такие вафельки. Без понимать хитолов. Что-то не... Отсюда. Так. Рыба. Рыба. Какая она. Так, Ика, иди. Какая рыба, покажи. Камеру. Станция Лыкина. Потом искаю. Вот. Сейчас. Это скумбрия. Подожди, сейчас фокус, все фокус. Вот такая скумбрия. Вот. Это у нас мелкая рыбка салака. Называется. Вот, мелкая. Сейчас я фокус потерял, подожди. Фокус, фокус, все, фокус. Все, салаки взяли. Да. Расставить будем жарить. Да, будем жарить. Слава туда. Все, салака. Вот. Будем жарить сегодня на жарнице. Сегодня и завтра. Давай сегодня. Давай. Покушаем колбаску. Гадуша. Ну, вот такая вот. Почем? Ну, 217. Mm. Рыбка такая. Что, Алиса? Что, Алиса, тебе на пимеру покажу. Вот еще у нас рыбка. Скумбрия. Что, Алиса? Покажется на эфир? Что там еще? Что у нас еще горбуша? Такая рыбка. За две минуты. Сколько? Еще горбуша. Вот холодильник полный на баре. Ох ты, Костя, Костя, не лезь. Сделаю. Вот полный холодильник на баре. Что дальше? Еще рыба есть. Еще скумбрия. Такая. Ну, замочить ее. Потом. Не, потом. Ну да. А, большую потом. Все, а, есть еще мелочь. Мелочь еще. Ну вот, еще мелочь взяли. Сколько как называется? Собака. Собака. Пускай. Вот. Так, перебей все. Давай тут пакет. Лаба, а что скидам тебе? Это рубашку пью. Пока мама занята, передаю привет тете Юе. Здоровья вам всем. Еще передаю привет лифтам и метро России. Тоже здоровья. Коту форму взяли вам два. Здоровья, благополучия и всем здоровья. Желаю я. Средства для мытья посуды. На обзор. Надо? Костя. Да не надо. Сразу говорю. Сразу говорю. Не надо. Так. Кефирчик. Уяженочка. Уяженка.
Какая? Холодильник. Ну а куда ты сразу? Mm-hmm. Чтобы та не пиша, не выпила. Полный камень набито. Давала. Что дальше? Азелит. Антизур. Сколько причем? Я не помню. 4 минуты. Конфеты. Еще конфеты. Туда пойдем. Шоколадки. Еще конфетки. Еще шоколадка. Вот так вот. Еще шоколадка. Еще конфетки. Такие. И конфетки. Кофе. Еще кофе. Так, еще такие шоколадки взяли. Вот такие. У ребенка день рождения в воскресенье. Подарок будет. Я ей сделаю подарочек. Четные. Да. И еще такие шоколадки взяли. Ребенок будет доволен у меня. Я тоже. И Костик, и Нина, и Рейна. Все, давай по пакет. Пакет большой, еще один. Еще раз передаю привет лифтам и метро России. Здоровья вам. Вот, Митя. И что вы такое взяли? Еще хочу передать Владимиру Викторовичу Кононому привет большой от студии Капитошка. Вот я чуть-чуть съел, вот казинаки. Это что, казинаки? Казинаки. Это что, конфеты? Меня, это сюда. Чашку возьми. Вот. Такие казинаки я себе куплю. Как? Как на... как называется? Вот, я себе такую вкусняшку купил. И вот такие конфеты, я тоже чуть-чуть попою, вкусные. Вафельки. Вафельки. О, запион. Запион. Конфетки. Такие конфетки. Еще запион. Запион дофига. И еще конфетки. Такие. Еще такие конфетки взяли, понравились. Вот еще понравились, такие взяли. Такие конфетки взяли, понравились. Вот. Еще такие конфетки взяли, понравились. Дети. Поедят. Колбаса. Колбаса. Вот. Это нашим баловаться. Котам. Котам. Это кофе. Это пускай тут лежит тоже в холодильничке. Это кофе, маскафе. Всем им дуем. Я тоже пить буду. Маскафе, да. И еще казанаки. Такой липецкий. Сейчас упаковочка. Всем до свидания, всем хорошего дня, вечера, хорошего просмотра в эфире. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока, кто смотрел этот премьер. Всем пока. Так, ладно, ребят. Смотрите наш канал, подписывайтесь, делитесь. Комментариями, лайками, подпиской, комменты пишите. Вот. А вот у наших христ. Костя. Вот нашей недокапитошки. Выпи. Все, всем пока. Всем пока. С вами работаем я, Константин и Инна Геннадьевна. Всем пока. Приятное нести, конфеты нести. Я передаю привет метро и метро России. Здоровья.